Всем привет! Я продолжаю видеозаписи по работе с энергетикой. Сегодня я расскажу, как работать со вторым телом, с эфирным телом, с телом внимания в упражнениях. Но чтобы сначала работать в упражнениях, нужно его оттренировать. Тренировать нужно иногда достаточно долго, иногда это получается сразу. Показываю вам простое упражнение. Вы берете, ручки складываете вместе и осознаете все свое тело, все свои ощущения. Смотрите вперед, что вы видите. Как чувствуют себя мышцы, что вы видите спереди, какие ощущения сзади, какие ощущения периферическое зрение по бокам. Вы осознаете себя в пространстве и пространство вокруг себя. И вам нужно это четко запомнить, зафиксировать. Потом вы делаете поворот, останавливаетесь и смотрите, что поменялось. Что вы видите перед собой, изменилась картинка, какие ощущения, какие мышцы включились. Что происходит, что сзади, что по бокам, периферическое зрение. Что в теле изменилось, и запоминайте, фиксируйте это положение. Потом вы возвращаетесь вперед. И теперь вы остаетесь здесь, но мысленно вы идете в поворот. Как будто мысленно вы повернулись, и вы там. И вспоминаете свои ощущения при повороте. Вы видите другую картинку, другие ощущения в теле. И побудьте вниманием там, на шаг вперед. Если вы будете вот пребывать вниманием в повороте, то вы заметите, что телу некомфортно. И вы его отпустите, и оно пойдет само за тем вниманием, за тем образом, который у вас в голове. Теперь снова вы представьте, что вы повернулись вперед. Четко это представьте, очень хорошо. Телу становится некомфортно. Отпустите тело, и оно само пойдет за вашим вниманием. Такое ощущение, как будто вас за ниточки. То есть вы не чисто мышечно делаете, вы это почувствуете. Это сложно объяснить. Именно вот через видео. Но вы почувствуете в теле, как будто вас кто-то поворачивает в одну сторону и в другую. Это может быть медленно. Вот вы представили, и совсем медленно вас ведет. Но по мере тренированности, вот я стою, я представил, раз, меня уже повернуло. Мои мысли там. Мысль идет на шаг вперед. Мысль идет впереди. И потом, когда любая практика, вот вы будете делать, вот я стою здесь, но руки уже здесь мысленно. И раз, их подтянуло. У меня руки здесь, но я представил уже там. И раз, и втянуло. Это любое движение всегда идет на шаг вперед. Вот, к примеру, вы делаете, внимание там, раз, вы вошли в этот образ. Раз, вы вошли в другой образ. Раз, вы вошли туда. Два, вы пошли сюда. Вы идете за вниманием. Внимание всегда на шаг опережает. Оттренируйте хорошо это упражнение, а потом оно встраивается уже в упражнение. Советую еще посмотреть там, где я рассказываю о форме, о дыхании и внимании, вот этих вот трех. Там будет ссылочка внизу. Вот посмотрите, и тогда вы чуть больше поймете вот это видео, которое я сегодня вам показывал. Сегодня все. Всем пока.